Привет. Hi everyone, Tessa. this is Tessa, Серия T80. T80 series. Фольга 06. Foil 06. На ребро ложим сначала и Firstly, обязательно we lay it делаем on форму. The edge and make a shape. Очень хорошо проглаживаем, Flatten it задаем very форму. Well. После этого аккуратно After that, перекладываем carefully transfer to the working рабочую part. Часть и аккуратно вставляем. And insert it Стараемся carefully. Шатать и вправо-влево, и вверх-вниз. Try to sway left and right and up and down. Кстати, фольгу 0,5 тоже можно пробовать. You can also try with foil 0,5. Кстати, почему здесь написано By the way, why is it written here T80, T80 and а тут here TX70? This model fits both серии, T80 and TX70. И на T80. То есть один и тот же инструмент подходит на две модели TESA. Поэтому тут две надписи. В общем, фольгу можно пробовать, начиная also, от in general, you can try different foil и выше. Starting from 05. Цена будет The на сайте, price of the tool will be on the website. The link is under this video. Пока. Bye.